Дошло до нее, что ее трогают. А снимать гель мне не надо. Молик. Молик. Давай ушки почешем. Ну, у тебя тут что-то тут. Вот да, 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 за ушами. Ушки какие-то там. Что ты, Молик? У тебя ушки как. Ой, ой, хорошо, как, а? Вообще. Она размером с кастрированного кота. Сколько она весит? Они взвешивали? Надо взвесить. Хочешь? Давай взвесим. Не, вон там весы. Давай взвесим. Принесешь сюда, чтобы просто нам ее туда не таскать. Большие весы у тебя? Да, они прям вот напротив дверя. Принесешь? Взвеси. Маленькая. Я думаю, как раз ее поставим. Она качается. У нее здесь больно. Да? Ей везде больно. Может, когда рукой трогаешь, она боится, может, ее когда кто-нибудь цапнул тогда? Ей везде больно. Девочка, ну куда ты пошла? Она хочет выйти. Она, кстати, уже который раз, не надо. Уже который раз пытается убежать. Тихо. Ну не ругайся, не надо. Тихо. Нападает. Пусти, говорит, меня выйти. Я тоже, видишь, меховой. Пусти, смотри. Я не думала, что это у нее было от рождения.